Смотрите сегодня «Сталкер. Чистое небо». Увы, далеко не все то, что игроки хотели видеть в оригинале, появится в продолжении. Байник команда «Реармит». Ремейк определенно удался на славу. Mountain Bike «Адреналин». Игра явно не рассчитана на массового геймера. Скорее, это конфетка-завлекалочка для любителей данного вида спорта. Redneck Kentucky and the Next Generation Chickens. Эта игра не претендует вообще ни на что. Она сделана максимально просто, но в своем жанре может считаться лучшей. Всем привет! В эфире снова ФАК, и я Влад Лехов. ФАК – самая приличная передача на телевидении. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Много ли вы знаете о такой спортивной дисциплине, как Mountain Bike? Ознакомившись с проектом, который мы вам сегодня представляем, Mountain Bike Adrenaline, я уверен, вы узнаете гораздо больше. А возможно, некоторых из вас настолько увлечет это явление, что вы не обломаетесь дойти до ближайшего магазина спорттоваров и заиметь себе крутые педали для горных покатушек. Горный велосипед – это не только велосипед, предназначенный для катания вне дорог и вследствие этого имеющий особую конструкцию. Это еще и целый ряд спортивных дисциплин, связанных с его использованием. Mountain Bike Adrenaline знакомит нас с несколькими из них, а именно Downhill, Cross Country, Freestyle, Dirt и Velotrial. В режиме Downhill'а нас ждут скоростные спуски на время, в Cross Country – скоростная езда по пересеченной местности. Во Freestyle за отведенное время нужно будет выполнить ряд трюков. Dirt, в свою очередь, состоит из прыжков по сериям трамплинов. Ну а Velotrial – это классическое преодоление природных и искусственных преград. Одним словом, в игре представлены почти все разновидности маунтинбайка. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ видеопамяти и 1 ГБ на жестком диске. Игровой процесс Mountain Bike аркаден до неприличия. Ни о какой честной физике или сколько-нибудь адекватной модели поведения велосипедиста говорить не приходится. Все сходство с реальными аналогами заканчивается на этапе выбора трассы. Как только вы попадаете в поле, на первый план выходит картон из происходящего. Честно говоря, непонятно, зачем мы только что с таким тщанием выбирали модель велосипеда и экипировку игрока, если на поведении велосипедиста это никак не отражается. Цели, которые ставит перед нами игра, также вполне тривиальны. Быстрее, выше, сильнее, мы за ценой не постоим. Наша оценка геймплея — 3 балла. Графически игра также ничем особенным похвастаться не может. Кривые модели игроков и невнятные карты местности способны повергнуть в шок ценителей Next Gen красот. О комьях грязи, о цветах солнца на блестящих поверхностях велосипедов, а также о многообразии животного и растительного мира приходится лишь мечтать. Наша оценка графического оформления — 2 балла. То, какие звуки издает велосипед и его наездник, назвать спецэффектами, честно говоря, язык не поворачивается. Наша оценка звукового сопровождения — 1 балл. Extra time. Extra credit. Extra credit. Ну что же, Mountain Bike Adrenaline явно не рассчитан на массового потребителя. Скорее, это конфетка-завлекалочка для любителей этого вида спорта. Для игровой же индустрии в целом ценность данного проекта близится к нулю. Наша общая оценка Mountain Bike Adrenaline – 2 балла. Mountain Bike Adrenaline – проект на любителя. Здесь нет сногсшибательной графики или какого-то бешеного геймплея. Трассы не выглядят как реалистичные горы, а список развлечений сводится, как правило, к прыжкам и к исполнению пары-тройки трюков. Проект будет интересен в первую очередь тем, кто не понаслышке знаком с этой дисциплиной. А остальным же остается лишь зевать. Однако для тех, кого эта игра заинтересовала, мы сейчас ответим на вопросы и дадим советы по прохождению игры Mountain Bike Адреналин. Первый вопрос. Никак не могу пройти этап с длинными прыжками. Как их правильно исполнять? Отвечаем.
Длина прыжка зависит от нескольких вещей. Во-первых, постарайтесь заехать на трамплин с как можно большей скоростью. А во-вторых, не удерживайте постоянно клавишу прыжка. Она вам понадобится только в самом конце трамплина. Важно, чтобы момент отрыва совпал с моментом отжатия клавиши прыжка. В таком случае ваш спортсмен пролетит на десяток-полтора ярдов. Следующий вопрос. В гонке на время над пропастью я часто падаю, но меня возвращают на трассу, и я все-таки доезжаю до финиша. Но в зачетную таблицу не попадаю. Это из-за штрафов при падении? Отвечаем. Нет, никаких штрафов за падение не предусмотрено. Но пока вас возвращают на трассу, драгоценное время уходит. Чтобы добиться наилучших результатов, вам требуется пройти трассу с первого раза. Так что при любом падении смело жмите ретрай и начинайте по новой. Следующий вопрос. В режиме фристайла игра требует от меня исполнения 90 лево-право. Что это за трюк такой? Отвечаем. 90 лево-право расшифровывается как поворот на 90 градусов влево и затем на 180 вправо. Естественно, все это должно выполняться в воздухе, а не на земле. Так что для исполнения этого трюка вам понадобится большая возвышенность и хорошая реакция. Главное, не перекрутите, а то у вас получится что-нибудь другое, вроде разворота на 360 градусов. Байоник команды, появившиеся 20 лет назад в далеком 1988 году на 8-битных приставках, была ничем не примечательной аркадой от студии Capcom. Тем интереснее тот факт, что разработчики решили сделать ремейк на нее – Байоник команда Rearmed. Структура уровней и концепция геймплея осталась той же, зато заметно прибавила в весе графическая модель с псевдо-трехмерностью и красочными спецэффектами. Впрочем, смотрите и сами все увидите. Сюжет игры за прошедшие два десятилетия остался неизменным. Плохой генерал, обуреваемый желанием поработить все разумное человечество, воскрешает вождя, погибшего в 20 веке. Имя великого полководца не разглашается, но портреты на стенах говорят сами за себя. Любой, кто хотя бы чуть-чуть в курсе Второй мировой войны, тут же узнает в нем фюрера Третьего рейха. На борьбу с этим вселенским злом Федеральные Штаты Америки, США, бросают суперагента Уильяма Спенсера. Прическа у парня сильно смахивает на Дюк Нюкома. А вот арсенал, пожалуй, побогаче. В нагрузку ему выдан вертолет с симпатичным пилотом за штурвалом. На протяжении 20 уровней эта сладкая парочка будет защищать сектор за сектором и в финале возьмет штурмом цитадель зла, в которой угадываются черты Рейхстага. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видеопамяти и всего 400 МБ на жестком диске. Игровой процесс в Байоник команды Rearmed носит несколько авангардный характер, если проводить параллели с другими платформенными аркадами. Обусловлено это в первую очередь тем, что главный герой в силу каких-то причин не умеет прыгать. Такая, знаете ли, урезанная версия супергероя. Однако, чтобы как-то компенсировать этот его недостаток, командование снабдило Уильяма Спенсера мощным захватом, способным выстреливать метра на три. С его помощью Уильям, пусть ненадолго, но получает определенные способности к левитации. В особо сложных ситуациях этот девайс можно использовать в качестве оружия. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Байоник команда Rearmed, помимо полностью перерисованной графики, также обладает поддержкой модного нынче физикса. К примеру, при стрельбе по бочкам, а не в полном соответствии с заветами сэра Исаака Ньютона, разлетаются по уровню, отскакивают от препятствий, а если повезет, то и отправляют в последний путь зазевавшихся солдат. Да и вообще, любое проявление физических законов смотрится тут вполне презентабельно. Естественно, со скидкой на то, что перед нами аркада, а не симулятор. Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Сочные взрывы и забойный саундтрек также мало кого смогут оставить равнодушными. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. Подводя итог, скажем, что ремейк определенно удался на славу. Адская смесь из проверенных годами приемов и свежих находок ставит Байоник команда Rearmed в ряд качественных аркад. Игру можно посоветовать всем, кто неровно дышит к забегам слева направо в антураже расстреливания со всех стволов легионов зла. Наша общая оценка Байоник команда Rearmed — 5 баллов.
Не лишним будет отметить, что Bionic Commando Rearmed не единственный ремейк, который готовит Capcom. На 2009 год запланирован релиз Bionic Commando с полноценным трехмерным окружением, видом от третьего лица и графикой последнего поколения. Так что данный проект можно рассматривать в качестве завлекалочки к главному блюду. А теперь приступим к ответам на ваши вопросы по игре Bionic Commando Rearmed. Первый вопрос. А что это за машинки, которые катаются по карте каждый раз, когда мы перелетаем из одной области в другую? Отвечаем. Если вы с ними еще не сталкивались, то либо совсем недавно играете, либо вам сильно везет. Дело все в том, что это вражеские патрули. И как только ваш маршрут пересечется с такой вот машинкой, вам придется десантироваться и провести зачистку для того, чтобы лететь дальше. Следующий вопрос. А в чем прикол федеральных уровней, на которых нет врагов? Отвечаем. Во-первых, по ним раскидана куча тьюториалов, не пройдя которые, вы не будете иметь представления даже о половине возможностей главного героя. А во-вторых, побродив по федеральным базам, вы сможете выцегонить себе пару халявных жизней или каких-нибудь девайсов, вроде световых шашек, которые значительно облегчат ваш путь на пути к цитадели зла. Следующий вопрос. А как убить первого босса, жука? Отвечаем. Каждый босс в Bionic Commando — уникальный злодей, требующий индивидуального подхода. Подсказка для этого босса кроется в бочках, стоящих у левой части экрана, и информации, которую вы можете выудить, взломав вражеский компьютер в самом начале первого уровня. Смотрите далее! Сталкер — чистое небо! Увы, далеко не все то, что игроки хотели видеть в оригинале, появится в продолжении. Redneck Kentucky and the Next Generation Chickens. Эта игра не претендует вообще ни на что. Она сделана максимально просто, но в своем жанре может считаться лучшей. Смотрите далее. Redneck Kentucky and the Next Generation Chickens. Эта игра не претендует вообще ни на что. Она сделана максимально просто, но в своем жанре может считаться лучшей. Сталкер — чистое небо. Увы, далеко не все то, что игроки хотели видеть в оригинале, появится в продолжении. Если в игровой индустрии выпускают вменяемый симулятор охоты, то они обязательно связаны с птицами. Вспомните хотя бы Duck Hunt. Redneck Kentucky and the Next Generation Chickens, о которой сегодня пойдет речь, по сути тот же самый Мурхухан, только в виде шутера. Завязка такова. Во владениях тучного деревенского мужичка завелись полчища наглых куриц. Мало того, они еще и камнями бросаются и на таран идут. Естественно, нужно их всех перебить и собрать яйца. Только так можно набрать необходимое количество очков и перейти на следующий уровень. Бонусные очки можно также заработать, стреляя по всему подряд. При этом нужно успеть уложиться в отведенное время. А это иногда очень непросто. Курицы шустрые, патронов немного, помогают разве что автоматическая перезарядка оружия и бонус вроде замедления времени. Еще имеется несколько видов оружия. Особо отличившимся даже дадут пострелять из снайперской винтовки. Разработала игру студия City Interactive, она же занимается издательством аркады за рубежом. В России Redneck Kentucky and the Next Generation Chickens появилась в продаже осенью прошлого года под названием «Куриное побоище». За локализацию и издание проекта взялась студия «Новый диск». Системные требования к игре следующие. Процессоры, работающие на частоте 1,8 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске «Куриное побоище» займет 500 МБ. Геймплей Redneck Kentucky, если о нем рассказать, покажется скучным до безобразия. 7 уровней, 4 вида оружия и бонусы в виде яиц. Задача — набрать нужное количество очков за отведенное время. В итоге мы ходим и стреляем во все, что движется и тем более летает. Звучит не очень, но играется на ура, правда недолго. Тройка из геймплея.
Для простенькой аркады Red на Kentucky выглядит очень даже хорошо. Еще бы! За графику тут отвечает движок Unreal Engine, который выдает отличную картинку и при этом совсем не требователен к железу. Четверка за внешний вид. Звук здесь, пожалуй, главный элемент, скрашивающий бесконечно скучный и однообразный игровой процесс. Ружье грохочет так, что закладывает уши. Птицы кряхтят и охают, а самые смелые начинают громко ворчать и кидаться камнями. Одним словом, со звуком разработчики куриного побоища не промахнулись. Пятерка за звук. Если вы в свое время оставили пол Европы без голубей, играя в Люгратен, то куриное побоище — ваш идеал. Эта игра не претендует вообще ни на что. Она сделана максимально просто, но в своем жанре может считаться лучшей. Мы же поставим этим аркадным пострелушкам твердую четверку. Куриное побоище — чистой воды аркадный шутер. Здесь можно даже не бегать. Достаточно просто стоять на месте, целиться и спускать курок в нужный момент. Казалось бы, скучище смертное. Но разработчики все-таки сумели сделать из этого нехитрого занятия очень веселую игру. А теперь наши ответы на ваши вопросы. Вопрос. Никак не могу отчистить двор от куриц и набрать нужное количество очков. Что мне делать? Отвечаем. На этом уровне есть несколько хитростей. Во-первых, чучело. Если в него попасть, оно начинает крутиться, и курицы, сидящие на траве, взлетают. Если перебить всех птиц, получите 1000 очков. Во-вторых, там есть мешок с зерном. Прострелите его, и птицы слетятся клевать крупу. Затем стреляйте в ящик с динамитом. Таким образом, вы сразу перебьете десяток кур. Вопрос. Я схватил какой-то непонятный бонус, и все вокруг замедлилось. Что с этим делать? Отвечаем. Это своего рода slow motion, когда ваши противники замирают, и вы можете быстро их перестрелять. Старайтесь убивать птиц, которые находятся на максимальном от вас расстоянии. За них дают больше очков. Вопрос. Эти птицы облепили меня со всех сторон. Не успеваю отстреливаться. Что делать? Отвечаем. Если вам мало ружья, отбивайтесь от назойливых кур ногами. Клавиша X отвечает за удар сапогом. Бейте их, и вам понравится. Вопрос. Я уже приступил к зачистке соседского двора, но мне никак не удается пройти этот уровень. Что мне делать? Отвечаем. Здесь есть небольшой секрет. Если подняться на балкон дома, то там можно найти снайперскую винтовку. С ее помощью вы сможете выбивать из каждой птицы по 100 очков сразу. Путь к релизу игры Stalker Shadow of Chernobyl был очень трудный. Ее долго и напряженно разрабатывали, 1000 раз откладывали, вылизывали, но все-таки выпустили. Кому-то великий украинский шутер показался неудачным, но большинству пришелся по душе. Для отдельных фанатов вылазка в зону даже стала чем-то вроде религиозного обряда. Теперь же создатели бомбы предлагают нам поиграть в приквел Stalker Чистое Небо. Чего стоит от него ждать, узнаете прямо сейчас. Опуская подробности... На самом деле, «Чистое небо» — это ни в коем случае не вторая часть «Сталкера». Но это и не совсем аддон в привычном понимании этого слова. Это такой постскриптум к оригиналу. То есть структурно «Чистое небо» — та же игра, что и год назад. С беготней по зоне, сбором артефактов и выполнением сюжетных заданий. Однако разработчики добавляют сюда два принципиальных нюанса, которые буквально переворачивают игровой процесс с ног на голову. Однако для удобства мы все-таки будем называть «Чистое небо» второй частью. Самое интересное — война группировок. Вступление в одну из фракций даст вам надежных союзников под боком, обеспечит льготами у клановых тарковцев, ну и, конечно, вы автоматически получите пропуск на увлекательную войну за территорией. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 10 ГБ на жестком диске. Важный момент. Война — элемент симуляционный, то есть жестких скриптов здесь нет. Враждующие кланы будут грызть друг другу глотки, захватывать опорные блокпосты и искать артефакты постоянно, с нашим участием или без него. Появилось в геймплее и еще кое-что принципиально новое — охота за артефактами.
Теперь за действительно редкими экземплярами придется побегать, рискуя здоровьем. В общем, наша оценка геймплея 4 балла. Все это интересно, особенно если вы были в восторге от первой части, но глюки игры портят впечатление. Внешняя игра заметно похорошела. Это относится не только к идеально выдержанной стилистике, но и к доработанному графическому движку. Главное новшество — объемное освещение и поддержка DirectX 10. Первое наделяет каждый объект динамическими тенями, второе добавляет такие необязательные, но милые сердцу вещи, как намокаемые поверхности и объемный дым. Это явно не повод для срочного апгрейда, но владельцам новейших видеокарт будет приятно. 5 баллов за графику. Озвучка также оставляет приятные впечатления. Как музыкальное сопровождение, так и работа актеров. 5 баллов за звук. Предлагаем вашему вниманию небольшой фрагмент из игры. Слушай, повезло тебе сегодня, дорогой. Ай, молодец. Ай, обманула что-то. Моя фамилия Лебедев. Я начальник группы и отвечаю... Увы, далеко не все то, что игроки хотели видеть в оригинале, появится в продолжении. Люди не будут прятаться в кусты во время выброса аномальной энергии, хотя сами выбросы, понятно, будут. Не будет сверхреалистичной баллистики оружия, полностью новых монстров, только вариации старых, автомобилей и прочих вещей. Несмотря на это, наша общая оценка игры — 5 баллов. Возможно, она завышена, но мы считаем, что проект Stalker заслуживает пристального внимания игрового сообщества. Stalker, наверное, одна из самых атмосферных игр прошлого года. Если вам понравилась первая часть, обязательно поиграйте во вторую. Возможно, стоит немного подождать выхода новых патчей, чтобы избежать неприятного впечатления от глюков игры. А для самых нетерпеливых, кто уже начал проходить Stalker Чистое Небо, мы подготовили ответы на ваши вопросы по игре и советы по прохождению. Первый вопрос. На кордоне меня постоянно убивает пулеметчик. Что мне делать? Отвечаем. Самое простое — бежать! Бежать как можно быстрее! Следующий вопрос. На свалке за проход требуют отдать все вещи. Что делать? Отвечаем. Как только появились, сразу же уходите в сторону и текайте! Следующий вопрос. Темная долина. Первый квест свободы. Не могу убить собачку. Она постоянно возрождается заново. Как быть? Отвечаем. Как только выходите с территории свободы, сразу же бегите к собаке. Убейте ее до того, как она начнет насылать на вас свои фантомные образы. Следующий вопрос. Гонюсь по свалке за клыком. В подвале бандиты все отнимают. Что делать? Отвечаем. Либо перед тем, как зайти в подвал, выложите все вещи, и тогда потеряете только деньги. Либо чуть позже вернете свои вещи с боем. Следующий вопрос. Выбравшись из тайника группы стрелка, бегу по лестнице, и меня со всех сторон бьет огонь. Как выбраться? Отвечаем. Нужно либо расстрелять огненное облачко, либо просто быстро пробежать это место. Следующий вопрос. Как модифицировать броню? Отвечаем. У каждой группировки есть свой механик. Перетаскивайте в окне торговли вещь для ремонта или апгрейда и выбирайте параметры. Нужны только деньги и флешки с инфой. И последний вопрос. Сколько концовок в чистом небе? Отвечаем. Всего одна. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов, это был ФАК. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте moodthefestival.ru. Присылайте мне свои вопросы на адрес faq@moodthefestival.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь, внимание! Канал Муз ТВ и программа ФАК объявляет конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faq@moodthefestival.ru. Тема «Конкурс». Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого.